Привет, друзья. Да смеемся тут с пацанами с анекдота. Это пришел к Богдану товарищ Миша и показал Богдану, как скат лысый резиновый. Только что вот это вот так перевернуто. Богдан, а ты перевернешь обратно его? Нет. Уже не? Не, ну если перевели, я не знаю. Ну ладно, все. Ну короче, Миша, бабушка дала спецзадание. Мишка, подлюка, а ну-ка украсть мне двор. Мишка, недолго думая, у соседа раздул машину и поделал вот такие клумбы. А вот это вот разукрасится зеленым, ну таким ярко-зеленым, вот как трава, и получится насаженец. Одеваешь, ну вот, только посадил, и насаженец вот сюда, раз, и разукрасил, во-первых, для полива, в это вода уходить не будет, а во-вторых, красивенько, и подкормочка, только будет идти под корень. А вот это вот штука, сыночек, бери, котик, иди к этому, к стеночке, да. Вот, да, вот так вот, надо взять этот, дрель, угу, засверлить, угу, и крючок с этим, с капроновым, вставкой, забить, закрутил, подцепил, разукрасить по краям. Ну, краску взять желтую и красную, угу, смешать и разукрасить. Посередке нарисовать глаза, нос, улыбка. И получится, ой, ну да, и улыбка. И получится у нас такое солнышко. Кто зайдет, хоп-она, ничего себе, пацаны. Все, Богдан придумал, у Мишки украл идею. И хотя бы поставил бутылку пива. Или поставишь? Поставлю. И сам же поможешь. А? Я ж не пью. Да ты что? Сыночек, а теперь по поводу палки. Палка очень хорошая, ты аж целых три, да, принес. Но надо потолще. Потолще? Да, надо вот такого диаметра, видишь? Хорошо. Две штучки. Угу. Больше. Вот эти опусти вниз, еще две. Да, штучки. Да. Чтобы как вот тут вот было. Да. Хорошо. Понял. И будет тогда у нас чики-брики. Понял? Цели ясны, задачи поставлены. Снимать, говорю. Это Богдана друг, вот он. Рационализатор и идея-вдохновитель. Да, сынок? Как зовут? Миша. Что, ты забыл, как зовут? Ну все, в это, сынок, завтра надо купить краску. Угу. С самого утра ты куда еще? Никуда. Да нет, ты же с утра магазин, а зачем магазин? За краской. А? За краской. Мел у тебя есть, Родион? Да. Принеси Богдану мел. Угу. Богдан, а ты вот тут вот на воротах напишешь керосин. Краска, двоеточие, первая, красная, зеленая, желтая, ну и глянешь, черная, у нас, по-моему, есть. Не забудь только посмотреть, есть ли черная, а тут опять, все, ребята, я не могу.